combined weight of 469 pounds, Adrian! Так, что ж, приветствую вас, пацаны, на первом эпизоде первого тотализатора после новогоднего ППВ. И давайте, что тянуть сразу с места в карьер? Бой за первое претендентство на командные титулы. Так как на ППВ у нас сменились командные чемпионы, ими вновь стала команда «Дорожные войны», а команда «Легенды» развалилась, и об ее распуске официально заявил Магнус. Сказал, что он уходит в соло, ну и, соответственно, Крис Блэк, он тоже уходит в соло. И вообще, в принципе, уходит с тотализатора, так как он член поребрика. Вот, а как бы особых претендентов нет. Пацаны, матч-реванш не могут требовать, потому что, ну, опять же, команда развалилась. Надо определять нового претендента. И вот у нас тут команда Dark Mercenaries и собаки Булхарда. Сейчас дерутся за право подраться. Дерутся за право подраться, все логично, да? На следующем ППВ за командные титулы против «Дорожных воинов». Команды, которые являются двухкратными командными чемпионами. А отдельно ее участник Брэндон Ли вообще трехкратный. Вот это да. Бам! Кидает Кинг Бойс, как его, Адидаса. Оп! Так, оп! Ну-ка, оп! И зигзаг! Вот это да, вот это да. Так, после зигзага поднимает Адидас и... Что это? И сразу же получает напихивание локтей от Кинг Бойза. И фирменный суперкик, опять же, Адидаса развернула. И что, сразу на педигри выход? Или на фирменный GTS? Все-таки фирменный GTS. И... Да, фига себе, самое начало боя. Кинг Бойз уже по финишерам распихал Адику. Что аж пиздец. Раз, два. Вырывается. Запуск в угол. Удар в ответку. Запуск в обратный угол. Ух ты, какой клоузлайн. Видите, пацаны, какой я увлеченный. Потому что я комменчу этот матч сразу после того, как откомментил все матчи новогоднего ППВ. У меня еще остались яркие впечатления после этого новогоднего праздника. И прям я на энтузиазме таком. Мне даже интересно посмотреть, как «Дорожные войны» будут сражаться с обеими этими командами. Хоть с Dark Mercenaries, хоть с собаками Булхарда. Просто вот легенды, «Дорожные войны», сейчас опять «Дорожные войны». Вот, как-то уже устал. Охота новых лиц в боях за командные титулы. И вот, пожалуйста, сейчас мы получим два новых лица. Вот, выпавших из своих отцов яйца, так... И дуплет, еблет от смертоноса. И мне даже вот в натуре похуй, кто из них будет первыми претендентами. На обоих посмотрю с удовольствием. Ну, конечно, охота больше же за группировку Булхарда поболеть. То бишь за свою, за собак, за Кинг Бойза, который нашей Феде ветеран уже прям ебать. Он заслуживает этого. И Рекса, агрессивного нового новичка, который мне очень нравится, который уже достиг немалого. Двукратный чемпион России. Но смертонос разбивает коленом ебало Кинг Бойзу и чуть ли, возможно, практически не украл у него сейчас этот тайтл-шот. Но Кинг Бойз, слава богу, вырвался. Ебало у него, конечно, уже кровоточит, но он еще не сдался. Так, начинается закладывание, перекладывание в углах у нас. Набивает шишку Кинг Бойзу, уже кровавую, смертонос. И что? И сразу же выход на карусель. Что-то я смотрю, смертонос полюбил карусели в последнее время. Крутит он Кинг Бойза, крутит. И ух ты как, нормально приземлил, нормально. This is awesome. Ух ты как, Кинг Бойза вообще жонглирует нахуй своими соперниками.
Так. Опа, опа, опа. Ух ты, сука, сука. Опасно, опасно. Ну, ладно, больше я болею все-таки за собак Булхарда. Но и за Dark Mercenaries не расстроюсь чисто из-за того, что там есть такой зайка, как Adidas. Пупсик мой, особенно его трусы, вы посмотрите. Блять, да за эти трусы можно и отсосать. Ать, как смертонос душит, а. Лезет на третий канат. Ну и дизайнерские лосины смертоноса с одной оторванной штаниной тоже, конечно, дают о себе знать. Нихуя себе, King Boys, что это, суперплекс? Охуеть, как давно я не видел таких классических приемов. Чтоб еще после них ринг не сломался и такой прекрасный бой продолжился. Это вообще редкость. Ну так, ну King Boys, смертонос же, блять, этот хайфлайер, ебаный, ты должен его с говном сожрать и выплюнуть. А он тебя что-то пиздит. Ну, скорость, скорость. Что это? Что это? Очередное торпеда DDT или дропкик? Все-таки дропкик. Ух ты, как King Boy заоткинула. Выпускай Рекса. Выпускай Рекса, сука, King Boy. На, этот чувак от стека отпиздил. С его подчиненными он точно разберется. King Boy, не тупи, выпускай Рекса. Так, закидывает он смертоноса на ринг. Главное, чтобы по ДК и по отчету не закончилось, потому что тогда претендент не будет и выявлен. Очередной суперкик. Смертонос аж закрутило. Так, запуск в угол. King Boys, King Boys. Оп. Опа, командный прием. Ну и как я говорил, молодец, что выпустил Рекса. И по руке, по тоненькой халфлайерской. И сразу же выход на свой фирменный нейкбрейкер. Бум. Все, смертонос просто убит, рука травмирована. Фирменное добивание получено. Раз, два, вырывается. Вырывается смертонос. Поднимает его Рекс и говорит: мы с тобой еще не закончили, пупсик. Иди обратно в угол, ты наказан. Он, смертонос у нас мальчик ерепенистый, хулиган. Запускает в свой угол Рекса. И, опа, въебыч. Вот, попытался схватить воздух. И тут Рекс проснулся и воспользовался этой оплошностью смертоноса. И так, сейчас что-то будет, блядь. Очередной командный прием. Ну-ка. Нихуя! А это не командный ли финишер у пацанов? Вроде бы два командный финишер. Итак, раз, два. Дидас вообще похуй. Но он, видимо, видит, что смертонос жив, что смертонос еще полон сил. И он сможет вырваться. И опа, в ответку пацаны проводят командный финишер на King Boys. А вот так вот и с башкой может произойти то, что происходит с гнилым арбузом, когда его кидают об стену или начиняют петардами. Нынче такой контент на YouTube популярен. Ай, как смертонос, сука, жестоко издевается над Рексом, прямо свозит ему ебало об канаты. Это жестко. Еще блядскую выписывает. Вот это неуважение. Мне кажется, Рекс очнется, он трахнет смертоноса самым грязным образом для последнего. King Boys очухался, въебал Адидасу и на еще. Оп. И фирменный голдбергский бросок. King Boys у нас тут еще здоровый парень. Ха-ха-ха. Так. Так. Поднимает и запуск в угол. Опа. 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 Ну-ка, 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 ну-ка. Так, 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 так. Разбег и дропкик. Вы так уже разбитое ебало этого King Boys'а. Итак, раз, ать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ух, я себе разруливает Рекс. Сразу двоим накидан, блядь. Или он получил въебыч и резко ответил Адидас. Нихуя себе. Так, 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 так. Ну-ка. Опа. Загнали в угол. И опа, очередной командный финишер от пацанов. Ох, как это круто. Что? Раз. Смертонос, ну, King Boys, ну что ты стоишь, зеваешь, блять, муху ртом ловишь. Нейтрализуй смертоноса. Так. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ну что-то пока что. А, кстати, а нет, я думал, это King Boys и Adidas. А тут Рекс, кстати, Рекс Adidas, давайте-ка нахуй.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай, жаль, что реверс локтем в щи. Так-так-так, какой подсекун. Давай, Рекс, ты видел, как с тобой охуеть жестко и неуважительно обходился Смертонос? Давай отомстил, убив, трахнув его напарника Адидаса, а потом убив и трахнув самого Смертоноса. Давай. Тем более на кону первое претендентство на командные титулы. Рекс, для тебя это новый титул в твоей копилке. Причем довольно немаловажный. Командные титулы это, блядь, охуеть. О, главное золото командного дивизиона. Ты будешь на вершине, царь и бог командных боев. На, какой рифмоплет, а. Ну, Адидас разносит Рекса своей фирменной серией. Поднимает и... Что это? Это называется не смог поднять тяжелый вес в виде Рекса. Да, фига, смотрите, как Рекс спрогрессирует, а, прям вот. Вроде недавно еще дебютировал, а уже, ох ты, такой серьезная фигура на своем бренде. Очередной красивейший зигзаг, считай, два титула России и командное чемпионство. Охуеть, дело останется за мировым титулом, но мне кажется, Рекс способен на него наработать. С Робертом Левисом, мне кажется, они примерно на одном уровне. Вот, ну, титул интернет-чемпиона — это вообще сущий пустяк в любое время, в любом месте, на любом шоу, хоть даже на том же самом поребрике. А, тем более ты участник командного дивизиона, ты там вполне легально можешь появляться. Так, после фирменной своей серии переходное держание, раз, два, и опять, сука, Смертонос, опять Кингбой, сука, блядь, зевает, стоит. Ты чё нахуй, а? Ну-ка, блядь, давай-ка исправляйся. Так. Опа, Адидас запускает Рекса в угол. Идет, не остановил поступью. И командный прием. Командный финишер очередной. Бедный Рекс. Бум. И лицо разбивают. О-о-о. Да, оба представителя собак Булхарда испытали на себе уже этот финишер. Адидас нейтрализует Кингбойза, но Рекс вырывается своими силами. Кингбойз, что ты охуел? Свои, удержание своей команды не защищаешь, удержание чужой команды не сбиваешь. Что за хуйня? Нэкбрейкер классный от Смертоноса, я подметил. Не думай, что я не видел. Поднимает Смертоноса Рекса и... Нэкбрейкер. Но Нэкбрейкер — это финишер Рекса, так что он знает его наизусть и на изи реверсит его. Так. На! Сука, этот за финишер мстит. Пытались превратить мою голову в арбуз. Я сейчас в одиночку твою в месиво превращу, говорит Рекс. И выходит на фирменную карусель. This is awesome. Переход на удержание. Кингбойз просыпается. И... А тут его помощь даже не понадобилась. Я не понял, какого хуя Адидас сливал. Ну, что-то вот непонятное произошло, но как бы то ни было, я рад, ибо мои воспитанники Булхарда стали первыми претендентами на командные титулы. Дело за малым, выиграть их, да, сущий пустяк, но я рад. Я рад, что на следующем ППВ увижу своих мальчиков в бою за командные титулы. Ах, горжусь вами, пацаны. И сделайте так, чтобы я и после следующего ППВ вами гордился. Да. Ну а на этом первый эпизод первого тотализатора после ППВ у нас подходит к концу. Встретимся через неделю на следующих выпусках. На такой позитивной ноте эта часть заканчивается, я этому рад. Смотрите, оба окровавленные, настоящие мужики, добытчики, воины. Ну а я хочу сказать, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока! Life's just a blast, just a moving really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass.